Когда было хорошо? Это всегда... Понимаете, 90-е годы было хорошо. А? Я работал в 90-е годы. Да. А тогда зарплаты не было вообще. Жить, а вы знаете, это интересная вещь. Вот я много езжу по региону, многие еще мои ровесники живы, директора. И вот на то, что я обращаю внимание, я с очень большой тоской отношусь, когда говорят, лихие 90-е. Это был взлет. Согласен. Зарплаты не было, но глаза горели. Проверок не было. Да, подождите, глаза горели, государство не действовало, как слон в посудной лавке. Ко мне приехал министр образования в гости. Голландии, Фридрих, я ничего не могу понять. Слушайте, у вас это эксперимент, там Монтессори, там... Мои бы, говорит, наши, я только бастовали. Я ему напомнил Библию, не хлебом единым. Понимаете, да? Я сегодня, прежде, зарплата есть, а глаза потухли. Страх в глазах. Вот это худо. Потому что боящийся, написано в Янге от Иоанна, несовершенен в любви. И не только в сексуальной, а в любой любви. Хотя и что к родине. И в этом смысле, если сегодня любого директора действительно можно уволить по 278 статье, он начинает бояться. И он этот страх передает своим учителям, потому что это не Москва, из одной школы ушли, там не хватает. Там в школе два города, ты же работы не найдешь, ты семью оставишь. Вот это худо.